Друзья, и вы сегодня на канале Rita Lifestyle. И мы сегодня отправимся в зоопарк. Да, сегодня воскресенье, у Сонечки выходной. Анжелика по воскресеньям ходит на подготовку в театр. А мы идем в зоопарк, в Ленинградский зоопарк, и всех приглашаем на прогулку с нами. Смотрите, какие тут милые картинки. Это билеты в зоопарк. Здравствуйте, Соня, давай билетики. Так, раз, два. Все верно. Спасибо. Вот какой тут розарий. И гортензии, и туи. Очень красивый уголочек. А розочки прямо как у меня на даче. Сонечка, это план зоопарка. Вот смотри, мы находимся вот здесь. Вот это классная, Соня. Вообще отлично. Это... Анжелику для троллей. Так волокни на кровать. Она такая... Слушай, может быть, нам сейчас пока руки не занимать, чтобы я не ходить? Хочу посмотреть, да? Вот этот паук точно понравится нашему Касперу, 100%. Подожди. Кстати, ребята, один раз у меня была такая же змея. Смотри, вот подожди секунду, вот этот паук для нашего Каспера прямо то, что надо. Да, у меня один раз была такая змея. Я пошла в магазин, положила ее на кассу, и там все так испугались. Кассирша даже вскрикнула, а Соня без всякого злого умысла положила на ленту. Кассирша принимает товар, пробивает чеки, а там змея лежит. Хорошо, что молодая была, инфаркта не было. Соня, мам, летучая мышь тоже классная. Ой, какая чудная. Чудесные, мне прям нравятся. Настоящие. А эти жуки, Анжелика их не любит. Это у нас на юге такие были. Да, я таких видела, кстати, не раз. Это знаешь, Анжелика спит, ей ничего не показывать, а утром так. Вот так. Тут есть еще лошадки, пойдем. Ну, пойдем посмотрим. Ой, вот эти черепашки тоже очень милые. Мне нравятся такие черепашки. Пойдем зверей смотреть, Соня. О, да, точно, пойдем. Иди сюда. Такие стаканчики. Чтобы не подгорело. Будем покупать, Соня? Фольгу, это мне надо, чтобы не подгорело. Давай. Пойдем очередь займем. Купили вот эту вкуснятину для козы. И сейчас пойдем их кормить. Я очень люблю кошек. Пойдем, Даша. Мама, пусть постоит. Я не очень. Пойдем. На. Ну, моя красавица. Моя умница. Ты моя милая, я тебя тоже принесла. Ой, боюсь тебя, боюсь. Не бойтесь, ты хорош. Хороший бычок, любит покушать. Не оставили? Ой, стаканчик закрывай. Пойдем, пойдем откуда отойдем. Не нравится их кормить. Давай вот этого рыжего. Нет, что? Корми, корми. Закрыла. Другим тоже надо давать. Ты мой хороший. Мы с тобой сейчас будем кушать. Ой. А там идет мама еще. Заведем, Сонечка, такого козла? Да. Заведем на дачу козла?
Да. Я бы с удовольствием завела. Ну, такой хороший козел, поснимаю. Например? Ой. Вот так, вот так. Не убегай, не убегай. Так, только не осаждайте. Подожди, подожди. Ой, какой рыженький. Он такой гладенький. Ну дай ему. Кормим, кормим. Мама, не кусается, очень больно. Дай маленькому. На, Сонь. Вот, на, еще маленькому дай. Сонечка, на еще. Спасибо, мамочка. Маленьких надо кормить. Мам, если хочешь, бери у меня тоже чуть-чуть. Подожди, подожди. Осторожно, мама, не укусайся до крови. Стакан не поднимайте. Не поднимай стакан. И вот этого маленького. Вот держи яблочко, не бойся, она языком возьмет. Мама, нет, это страшный язык. Не бойся. А у меня тоже есть яблочко. Давай, мой золотой. Ой, она просто очень сильная. Соня, у тебя там яблочки есть? Сонечка, у меня есть яблоко, сейчас я корове дам. Давай, мой хороший. Давай. И козу, и корову видно, и тебя. Да. Дружная семья. Дружная. Эй! Дружная семья. Ты же меня закормила. Ты ведь говорила, ты боишься коров. Нет, я очень люблю коз. И коров тоже, и не боюсь. Какой маленький. Ты бежал тоже поесть. Соня, ну давай, он тоже хочет. Давай корове яблоко, корове. Быстрее. Давай, давай ему в ротик, не бойся. В ротик. Соня, на. Смотри, корове. Так... Соня, крали яблоко козе. А козе нельзя вам давать, да? Ну, а им крупные нельзя. Ну, они, я думаю, сожрут сейчас передними зубами. Да. Это же для коровы было. Они еще не играют. За хлебус. Давай яблоко попросим. Коровку. Молодец. Я дала коровье. Привет, мой дорогой. Привет, Рыжик. А у меня нечем. Дай мне еще стаканчик покормить. Да не надо, не надо. Корми сама.
ты орешь? Я не хочу его кормить. Он потом будет на мной бегать. Осторожно. Самаль, осторожно. Сонечка, это камерунская коза. Вот. Камерунская коза. Индейка здесь и корова якутская. Хочется морковку. У меня есть только морковку. Еще даю последний кусочек. Другим тоже хочется. Другим тоже хочется. Наверное, что это не хамилы, но... Нашествие коз, нашествие коз. Соня. Атакуют козы. Не бойся его, не убегай. Он тебя уже ногой. А ты ногой топни, скажи. Соня, тут все козы тебя атаковали. Маленькому давай, маленькому. Вон второй малыш идет, смотри. Ничего страшного, это не смертельно. Чуть-чуть цапнули, подумаешь. Они не бешеные. Я думаю, что нет. А гуси, смотри, у нас такие и были. У тебя бы у нас было целое стадо. Я их открывала по утрам и бегала. Сначала они со мной, а потом я за ними. Я даже эту фотографию покажу подписчикам, где да. Три стада гусей. Кстати, вот она, сейчас будет. Когда Соня была маленькой, ей было года 4, я купила 10 гусят. И все они благополучно выросли, и Сонечка по утрам ходила их выпускать. Носилась с ними по полю, бежала от них, они за ней, потом резко разворачивалась, растопыривала руки и бежала на них. Игры были чудесные. Как жаль, что тогда я не вела свой YouTube-канал. Это наши гуси. Соня, а ты помнишь, сколько у нас было индюков? Да, помню, мне он нравится. В Белореченске, да? Да. Тут еще маленькие курочки. Мам. Красавчики такие. Можно погладить? Гладь, не бойся. Там здоровый. Ну что, пойдем дальше, Соня? Пойдем.